Уже съела, не успела заснять. Карасик вообще зверюга, видел? А второй где? Вон второй. Живые банановые сверчки сегодня в меню. Они в ванне у меня живут, уже подросли. Большие все стали взрослые. Так что их пора скушать. Разводить мне их негде. А что там булка? Булка съел хоть одного-то? Тут двоих вижу. Наверное, одного съела. Как думаешь? Не видел, ела она, нет? Карасик за вторым пойдет. Интересно. Карасик, обернись. Там еда. Булка. Булку тоже за хвост трогают. Ей не нравится. Что? Интересно, карасик его найдет. Карась охотится на тех, которые за стеклом. У нее есть свой в домике. Ой, дурында. Увидела, увидела. Стойка. Стойка хищника. Раптора. Опачки. Молодец, хорошо охотится. Не промазывает, в отличие от некоторых. Булка что-то там думает ходит. Пойду еще принесу ей сверчка. Вот еще один толстый самец. Сверчковый. Очень шустрый. Я надеюсь, справится. Карасик. О, молодец. Молодец, карась. Хороший аппетит карасика. Булка что-то все никак нет. Сколько? Ну так два у нее ползают. Одного, значит, съела. Ладно, карасик пока хватит. Недавно кушали. Ой-ой-ой. Испугалась. Воды налить. Леша, можешь налить водички из бутылочки? Чтоб губка влажная стала. Ты совсем сухая. Ну что тут у нас? Хочется там походу, никто не собирается. Мандаринка вылезла. Может, я ей отдам этих сверчков, если поймаю. Ну, в воду прыгну.
Не, у нее тут все трое, она даже никого нет. Еще не съела. Давай, соображай, будешь охотиться? Спасибо. Ну, поставь мне сейчас. Нет, нечем взять. За ногу ее потрогали. Как-то она вот лениво охотится. Ладно, не буду у нее забирать. Пойду еще принесу. Получилось. Опа, сразу схватила. Я даже не успела камеру навести. Мандаринка. Чё, ногу откусила? Да и дай давай. Бросила. Откусила ногу бедному сверчку. Они теперь оба однолапые. Чё ты? Мандаринка, я не могу, смешная. Со своим прикусом. Ну. Да. Наверное, вот морда вот эта вот ей перекус мешает охотиться. Как-то она промазывает. Ничего, справится, я думаю. Сейчас потупит немножко. Сверчок не двигается. Надо, чтобы пошевелился. Булка что-то дружит с этими сверчками, короче. А тут сверчок замер. Сверчок не шевелится. Что подвигать? Цветом. Она уже второго увидела. Еще первого не съела. Вот. Ногу ему тоже, наверное, оторвала или нет? Ну да, что-то на послушке. Ну, он, наверное, и был такой. Опять за ногу поймал. Ну все, съела хоть. Ты что, мурыжит-то? Справилась рапторская морда. Вкусно. Ничего так, да, сверчок зашел на пинцет охотится, блестит. Так, тут еще один криндель, вот его гнать, на меня нападает. Надо ее привлечь. Она еще этого глотает, первого. Мандарин.
Обернись. Сверчки сзади все. Усом в глаз ей попал. Вот это борьба. Ну-ка. Давай, давай, давай. Съешь ты его уже, господи. Все. Отмучился. Вкусно. Что-то булка там, булка что-то завозилась. Съел что ли кого-то? Еще не съела. Еще одного мандаринки. Булки забрала. Давай, давай, давай. Тут она смотрит не туда. Сверчки тоже хитрые, они специально прячутся. Вон, находят где. Иголку с кокошулями туда встают, чтобы геккон не мог отличить сверчка от кокошульки. А геккон не ест свои кокошули. Они там прячутся. Поймала, молодец. Теперь главное съесть очень большой сильный сверчок. Справилась, молодец. Облизывается. Глотает. Ну все, пока. То она уже лениво за ним бегает. На пинцет охотится дурак. Что ты там увидел? Чё?
возила. Корем пополам поймали одну. Лапку оторвал опять. Да, проще, конечно, замороженных давать. Что, поймал? Поймал. Где бы записать? Ну, в общем, вот. Покормились. Ну, это мы еще сейчас дам. Сосиска пока не хочет есть. Так что на этом все. Всем привет от гекконов.